еще раз здравствуйте, с вами как всегда Рампал. И кто не был сегодня на дневном стриме, в принципе много совсем не потерял, но мы половили немного уклейку и пошли на Белорыбицу. На старую добрую точку 19181 в группе ВКонтакте увидел от девушки, от гидры данную точку и решил проверить ее сегодня. Соответственно, дама получила у нас голд наживку, как заранее. Всем говорилось, что за подобные подсказки, как и в группе ВКонтакте, также и лично вы будете получать голдовую наживку. Сборка была у меня на уклейку и на пескаря. Сборочку вы видите. Флюрокарбон я использую в данный момент уже с выходом более крупных не 27, а 35. Клипса 37. Уклейка, пескарь. Зашло у меня порядка 7-8 белорыбиц в итоге. К сожалению, садок я не забыл, точнее, не то, что не смог, а забыл его заскринить. Но на стриме вы дневно можете увидеть, насколько я сдал. Но плюс к этому у меня еще залетел осетр, почти трофейный, 45800. В конце вы его увидите. Что, в принципе, сыграло небольшую роль, чтобы у меня было чуть больше, чем 500 серебра за час. Я его почти тянул 40 минут. Но, в принципе, я сильно не разочаровался, но обидно, что не трофей, конечно же, было бы намного больше. Белка клюет, но будьте аккуратнее с тонкими поводками, и можно спокойно посидеть, половить под хороший фильмец, либо сериал. Не забывайте, что в каждом видосе у нас голдовая наживка. В этот раз мы разыграем перловицу 50 штук. По данному видео оставляйте комментарии, дальше, соответственно, также еще водоем по предыдущему я завтра пойду посмотрю, по предыдущему видео, которое с утра было, пойду посмотрю по комментариям, что вы просили, что посмотрел. Был сегодня еще на суре, будет видео завтра по бершу и судаку. К сожалению, все не успеваю. Как всегда вам, синих трофеев, покрупнее, побольше, и всем хорошего клёва. Всем пока-пока.